Приветствую вас, дорогие друзья! В этом видео мы рассмотрим еще один способ заработка, выполнив условия которого, через определенное время вы сможете выйти на доход от 1000 долларов в неделю. Без вложений, без продаж, без рисков. Наверняка, друзья, многие из вас уже неоднократно сталкивались с таким понятием, как криптовалюта и с такой валютой, как биткоин. В данном видео пойдет речь о заработке на криптовалюте. Но не на торговле, не на майнинге, а на получение данной валюты совершенно бесплатно. Да-да, друзья, именно бесплатно. В далеком 2010 году, когда все только начиналось и валюта биткоин заходила на рынок, ее стоимость составляла около 5 центов, что видно из данного графика. В самом начале, до выхода на рынок, данную валюту раздавали совершенно бесплатно, именно для того, чтобы ее раскрутить. Итак, друзья, сегодня на рынок выходит совершенно новая валюта, криптовалюта Latium. И точно по такому же сценарию, как биткоин, данную валюту раздают на старте совершенно бесплатно. Как мы видим на сайте, четко и ясно написано, получите 5 латиумов прямо сейчас, присоединяйтесь, это бесплатно. Расскажите о нас и заработайте еще больше латиумов. Что такое Latium? Latium является первой криптовалютой, для развития которой не используется техническая сеть. Latium не нужно майнить. И можно получить при помощи простой регистрации. Никаких хитростей, просто регистрируйтесь и получайте Latium. Latium абсолютно бесплатная, доступна для всех электронной системы переводов и платежей. На сегодняшний день при регистрации вы получите 5 Latium. Стоимость одного Latium, точно так же как и биткоин 4 года назад, на сейчас составляет около 5 центов. Есть ли смысл регистрироваться и получать бесплатно? Все на самом деле очень просто. 4 года назад биткоин стоил 5 центов. Сегодня биткоин закончил торги на уровне 505 долларов. Решать вам, использовать эту возможность или пройти мимо. Как получить латиумы? Каждый новый пользователь, регистрирующийся на сайте, получает 5 латиумов за регистрацию. Дополнительные латиумы можно заработать, пригласив новых пользователей получить свои бесплатные латиумы. Вы будете получать бесплатные латиумы за регистрацию по вашей реферальной ссылке до 100 уровня. Совершенно бесплатно. Итак, система комиссионных. Она здесь очень привлекательна. По вашей рекомендации, каждый человек, который пришел и зарегистрировался и получил 5 латиумов, он принес вам точно такие же 5 латиумов. С первого уровня вы получаете 5 латиумов, со второго уровня вы получаете 2 латиума, с третьего уровня 1 латиум, с четвертого уровня 0,5 латиума, с пятого по десятый уровень 0,25 латиумов, и с 11 по 100 уровень 0,055 латиумов. Итак, друзья, первый шаг для того, чтобы зарегистрироваться в данной системе, перед тем, как нажать на кнопку «Регистрация» вот здесь на сайте, я рекомендую вам с самого начала, прежде всего, скачать непосредственно кошелек на ваш компьютер. Для этого вам необходимо выбрать ту систему операционную, которую вы используете, в данном случае это Windows, нажать на кнопочку для загрузки установочного файла, дождаться, пока произойдет загрузка. Итак, вот закончилась нагрузка, нам необходимо нажать на экзешный файлик для того, чтобы произвести установку. Здесь нажимаем ОК, здесь нажимаем Далее, здесь выбираем диск, на который мы будем устанавливать. В данном случае это диск C Program Files. Вы выберете для себя то, что вам необходимо. Нажимаем «Установить». Система производит установку. И нажимаем «Завершить». Вот здесь галочка «Запустить Latium». Все, вот таким вот образом откроется окошко вашего электронного кошелька Latium. Произойдет загрузка индекса блоков, произойдет верификация. А тем временем, пока будет происходить верификация загрузка блоков, мы пройдем к непосредственной регистрации. Для этого вам необходимо перейти по реферальной ссылке в описании под этим видео или на моем сайте. Откроется вот такой вот сайт. Вы выберете английский язык, либо русский, либо тот, на котором вам удобно понимать. И вот здесь вот на сайте кнопочка «Sign up», либо «Присоединиться». Нажимаем эту кнопку. Переходим в раздел регистрации. Вот здесь соглашаемся. Нажимаем синюю кнопку. Нажимаем снова синюю кнопку. Происходит загрузка программы. Сейчас откроется поле для регистрации. Вот нам говорят снова. Пройдите бесплатную регистрацию, получите 5 латиумов. Здесь нам нужно указать электронный адрес.
В этом меню я рекомендую указать имя по-английски, затем фамилию и, соответственно, ввести капчу. Далее поставить галочку «Я принимаю условия» и нажать на кнопку «Регистрация». Нам говорят, что на ваш электронный адрес отправлено письмо для подтверждения и активации вашей регистрации. Для этого переходим на нашу электронную почту, и вот здесь мы видим письмо. Для этого нам необходимо нажать на кнопку «Активировать свой аккаунт сейчас». Затем мы переходим в меню для активации нашего кошелька. Вот здесь, на втором шаге, нас спрашивают, установили ли мы клиент. Первый шаг мы сделали, вот наш бумажник установлен. Теперь смотрите, здесь очень важно, нужно дождаться, пока он синхронизируется. Синхронизация займет у вас в среднем от 15 минут до часа, в зависимости от скорости вашего интернета. И вот здесь, после того, как мы установили, мы нажимаем «I have installed by my wallet». Здесь нам снова выпадает инструкция, какие шаги нам нужно проделать. Итак, установить клиент, открыть клиент, в меню навигации, скопировать кошелек. То есть здесь все четко и ясно, заходим в раздел «Получение монет», адрес нашего кошелька копируем. И вставляем вот соответствующее меню. I have copied my wallet address. Здесь вставляем. Нажимаем Submit. Происходит проверка и верификация. Затем нам необходимо зайти в кабинет. Вот здесь в разделе логин. Необходимо ввести адрес вашей электронной почты, на которую вы регистрировали кошелек, и пароль, который вы установили. Меню для установки пароля придет вам буквально в письме через несколько секунд после того, как вы активируете свой кошелек на предыдущем этапе. Там все очень просто, точно так же, как и здесь в момент регистрации, придет письмо с сообщением о том, чтобы вы установили пароль. Итак, заходим в наш электронный кошелек Latium, и вот мы попадаем в ваш электронный кошелек. У вас, поскольку я делал эту регистрацию вчера, здесь на модерацию берут примерно от 5 до 72 часов. То есть вы, когда зайдете в ваш кошелек, у вас вот здесь 5 этих лат не будет. Данная цифра будет указана вот здесь, на рассмотрение. Вот прошло чуть больше суток, и я получил свои 5 латимов. После того, как вы получите эти 5 латимов на ваш кошелек, вам необходимо произвести вывод из аккаунта на сайте на ваш кошелек непосредственно, который установлен на вашем компе. Для этого вам необходимо зайти в раздел «Отчеты», раздел «Выплаты мне», и вот здесь у вас есть одобренные невыплаченные комиссии, нажать «Request Payment» и нажимаете «Ок». Происходит загрузка, и вот таким вот образом выпадает сообщение. Сейчас мы видим, что не подтверждено. Опять же, тоже пройдет какое-то время, поступит в мое распоряжение. Итак, друзья, вот такая вот простая регистрация буквально за 5 минут принесет вам ваши первые 5 латимов. Вот, кстати, друзья, прошло буквально несколько минут, и мне подтвердили мои 5 латимов, которые были переведены на кошелек. Теперь они на балансе моего электронного кошелька. Что можно с ними дальше делать? Учитывая тот факт, что с биткоином была примерно такая же ситуация, которую мы ожидаем с данной валютой Latium, а именно за последние несколько лет стоимость данной валюты выросла многократно. В частности, с 5 центов, как в данном случае с валютой Latium, до... была максимальная стоимость, да, буквально вот $1200. Ну вот на сегодняшний день средняя рыночная стоимость там $550-600. Соответственно, вы можете поступить как обычно, когда люди получают что-то бесплатно, сразу же получив эти деньги, вы можете потратить эти полученные бесплатно 5 латимов, обменяв их на специальном сайте, который будет в описании к этому видео, на криптовалюту биткоин. Затем биткоины вы можете обменять для удобную для вас валюту, выбрав подходящее направление обмена и удобный для вас обменный пункт, который предлагают на сегодняшний день в интернете. Если менять, допустим, доллары Perfect Money, Яндекс.Деньги, Kiwi и так далее. Вариантов масса. Или вы можете сохранить данную валюту, поскольку здесь в системе Latium, в вашем электронном кошельке, есть возможность получения процента фиксированного ежедневно. При накоплении более 200 латимов система может в автоматическом режиме, по вашему согласию, брать определенную долю денежных средств в оборот и выплачивать вам ежедневно в среднем от 1%. Также, учитывая ситуацию, которая произошла с биткоином,
вы можете просто получить резидуальный доход через буквально несколько лет в зависимости от активности данной валюты, с учетом стоимости на сегодняшний день, с учетом стоимости, к примеру, через год, два, три. И также мы можем зарабатывать непосредственно на изменениях курсовой разницы по данным валютам. Вот для понимания, к примеру, сегодня, последний торговый день пятница, произошло несколько динамических колебаний. А именно динамика в размере больше, чем на 200%. Здесь мы видим минимальная стоимость 8 тысяч, максимальная стоимость 19. Так, 19 мы делим на 8, получаем вот такой вот коэффициент, что составляет примерно 137% динамических изменений. Также они были меньше, больше, меньше, больше. Имея определенный опыт и соответствующие знания, мы можем точно так же здесь с помощью данной валюты зарабатывать необходимую прибыль. Но даже, друзья, не имея специальных знаний и опыта трейдинга на валютном рынке, мы можем здесь, прямо сейчас, выполняя простые примитивные действия, делясь данной информацией со своими друзьями, знакомыми, в социальных сетях, в скайпе и так далее, зарабатывать вполне приличные деньги. Для понимания, в реферальной системе, которую предлагает нам система Latium, есть возможность получать доход от 1 до 100 уровня. Если мы пригласим 3 человек, то есть по нашей рекомендации зарегистрируются 3 человека в данной системе, установят кошелек на свой компьютер, подтвердят верификацию и выведут денежные средства на свой кошелек, то есть вот чтобы вот таким вот образом уже были они на балансе, тогда нам начислят за каждого из этих людей по 5 латимов, что составит условных 0,83 доллара. Так вот, если мы пригласим 3 человек, они сделают то же самое. И так далее. То есть всего 3 человека нам необходимо пригласить. В нашей команде будет вот такое количество людей, что в эквиваленте будет составлять около 1220 долларов по курсу 0,5 цента. Если же мы поделимся информацией, к примеру, с 5 человеками, то цифра многократно умножается. Итак, друзья, каждому из вас решать, сколько и каким образом зарабатывать или не зарабатывать денег в этом проекте. Вы можете поступить так, как я, и начать получать резидуальный или пассивный или активный доход в данной системе. Либо можете поступить по-другому, дослушать это видео и пройти мимо. Если вы хотите зарабатывать точно так же, как и я, вот такие вот цифры в этом проекте, то вам необходимо для этого сделать две простые вещи. Прежде всего, вам необходимо в вашем кабинете, вот в этом разделе «Общая ссылка партнера» скопировать данную ссылку и поделиться этим видеороликом с теми, кому вы считаете нужным и полезным будет данная информация. Что, собственно, я и сделал, друзья, несколько дней назад, разместив вот подобный пост о данной информации по данному проекту, буквально 12 августа. Разместил свою реферальную ссылку и вот на одном из основных моих аккаунтов на сегодняшний день вот такая вот статистика. Одобрено уже 27 латимов и 5 уже было до этого оплачено. Вот в разделе отчеты, в разделе комиссии видно, какие цифры, за что и за кого я получил. В частности, вот мы выберем это те, кто были одобрены. Так мы видим, вот 5 за мою регистрацию, 5 еще. 20, 25 и 2. Вот, собственно, 27 одобрено. Можно выбрать еще тех, кто на рассмотрении, то есть потенциально понимаем, какой доход получим в ближайшее время. Здесь еще 1, 2, 3, 4, тоже еще примерно 27 латимов мы получим в ближайшее время. Также здесь есть раздел «Отклонено». Очень важный момент. Данная система работает максимально прозрачно и очень жестко контролирует процесс мошенничества. То есть что это значит? Это значит, что с одного IP-адреса, с одного компьютера может быть зарегистрирован только один пользователь. Поэтому вот здесь люди, которые пытались сделать что-то другое, то есть еще раз зарегистрироваться, чтобы там еще больше зарабатывать, их, естественно, заблокировали. Поэтому во избежание таких ситуаций я вам настоятельно рекомендую не жадничайте, делитесь информацией со своими друзьями, близкими и знакомыми, регистрируйте их под себя, по вашей реферальной ссылке. Итак, друзья, произведем выплату этих 27 латимов, которые накопились. Зайдем в раздел «Выплаты мне», нажмем снова кнопку «Request Payment».
В ближайшие несколько часов мы получим еще 27 латимов на свой электронный кошелек. Друзья мои, только вам решать, сколько денег, с какой скоростью зарабатывать в этом проекте.